Немножечко о том, что такое йога смеха. Йога смеха – это целая наука. Есть наука гелотология, которая изучает воздействие смеха на здоровье человека. И мы включаем сюда и физику, физические упражнения, и метафизику, да, когда то, что мы проговариваем, это 95%. Вот физика – классно, правильное питание, воздух, движение. Но метафизика, наши мысли, наше воображение, наши слова, то, что мы проговариваем, это 95%. Поэтому мы включаем игротехники, смехотанцы, дыхательное обязательное упражнение, потому что йога, пранаяма, это про дыхание. И если мы просто смеемся, это уже классно, это гормоны радости, да? И мы смеемся, когда слушаем анекдоты, и мы смеемся, когда смотрим кинокомедии. Но мы тренируемся, когда мы занимаемся йогой смеха. Это как в тренировочном зале. Мы расширяем свои легкие, мы усиливаем кровообращение, работает лимфа, усиливается поток кислорода к мозгу, к нашему сердцу, профилактика инсульта, инфаркта. И знаете, вместо 1 литра воздуха, как при обычном смехе, при йоге смеха мы набираем целых 4 литра воздуха. Поэтому сегодня это очень распространено, как постковидная реабилитация. То есть во многих медицинских учреждениях при различных заболеваниях используют сегодня йогу смеха. И есть Мадан Катария, основатель йоги смеха, куда и поехал когда-то наш благословенный, величайший Владимир Довгань, когда он изучал, какие же упражнения больше всего принесут пользу. Он более 30 лет ездил, общался с различными ресурсными людьми, у которых паспортный возраст не соответствовал биологическому, и собрал самые-самые лучшие методики. И из них потом через сито выбрал 8 жемчужин. И первая жемчужина – это, конечно, смех. Поэтому Владимир Довгань – это первый амбассадор йоги смеха в России. Давайте поаплодируем нашему величайшему Владимиру Довганю. От него дальше уже пошли там другие ученики. И сегодня мы с вами начнем с физических упражнений. Да? И будем включать, конечно, метафизику. Поэтому обязательно одеваем улыбку. Обязательно со светлыми мыслями, с добрыми пожеланиями. Да? Сердечки друг другу кидаем. Ребята, энергия заходит именно через открытые камеры, потому что идет обратная связь. Если ты только принимаешь, ты закрылся, но у тебя нет обратной связи, ну, бумеранг, вы знаете, как работает. Когда ты открылся, в 10 раз больше идет и обратная связь. Поэтому включайся, улыбайся, смейся, чтобы мы видели, что ты тоже работаешь вместе с нами. Хорошо? И скажи, кто молодец? Я молодец! Я! Хорошо, молодцы, дорогие друзья. И давайте мы с вами немножечко начнем с разминки. И пусть у нас начнет работать вначале голова. Мы ушком тянемся, плечи не поднимаем, а именно ушко у нас тянется. И мы растягиваем нашу шейку, растягиваем. Молодцы! Вот, шея всему голова, да, потому что куда шея повернет, туда и голова, да. Если шея скажет голове вниз, да, или наоборот, так и будет. И покатились, колобочек. И разминаем разные-разные мышцы. Вот, хорошо. Усиливается кровообращение. Поступает кислород в мозг. Ковш. Вот профилактика деменции. Для хорошей памяти. И кто-то слышит, как у него что-то там скрипит, да? Что-то там хрустит и по кругу. И вот мы все застойные места, все залежи, вот мы хорошо их так прокачиваем. Даже слушайте свой организм, и бывает, что ваше тело хочет сделать какое-то движение, делайте его. Давайте разотрем ручки хорошо-хорошо, чтобы они у нас были горячие. Да, вот так их энергией моем, да. И давайте немножечко вот так вот массажик. И разотрем наши ушки. Здесь все-все точечки. Все точечки, связанные с организмом. Вот так потрепали себя, как на день рождения, не случайно, да? За уши вот так вот дергают, да? Вот так хорошо размяли.
И вот так под Слышишь? голову. Вот, все Да? запустили. Да, вот туда уже. Слышишь? Да. Выключите, пожалуйста, микрофон, правда, Маргарита, всех отвлекает. Маргарита, выключи микрофон, Маргарита. Маргарита, микрофон. Потянулись. И начали нашу зарядочку. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Улыбнулись этому миру. На друг друга посмотрели, улыбнулись этому миру. Пиздец, у меня партнеры. Пиздец, у нас команда. И улыбаемся, и смеемся. Я открыта всему миру, да. Я притягиваю к себе людей со всей планеты. И теперь раз, два. Обратите внимание, локоточек прямой. Три, четыре. Раз, два. А где улыбочки? И вот здесь у нас Нургия, по-моему, дали Нурли. Включите, пожалуйста, камеру. Вот прямо передо мной вижу такой красный квадрат с буквой Н. Буква Н нет. Открывайте свою лучезарную улыбку. Буду вам признательна. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки плечам. У некоторых болят вот плечевые суставы. Вот знаю, знаю. Давайте немножечко так себя хорошо, хорошо разотрем, помассируем. Так. Вот эти вот места все хорошо, хорошо. И знаете, очень часто плечи идут именно от позвоночника. Холка мешает. У кого есть холка, знаю, тоже есть. Поэтому хорошо, хорошо ее тоже разминаем, разбиваем, потому что холка – это те залежи, груз обид, проблем, всего ненужного, что на себя повесили, от чего подгибаются колени, да, шаркающая походка. А нам нужна что? Нам нужна королевская осанка. Да, поехали. И вперед. Раз, два, назад. Три, четыре. Раз, два. Не сутулиться, ровненько спинка. Раз, два. Улыбочки. Четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. И начинаем с грудной клетки. Вначале у нас старт на месте, чтобы мы все мышцы проработали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Округляем. Начинаем по точкам, а потом вот так и добавляем теперь таз. И улыбочки обязательно. И наклоняемся все больше и больше. Ниже и ниже. И можно смеяться и радоваться этому небу, этому чудесному дню, этому свежему воздуху. И другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Округляем. У нас идет только вверх. Это тоже элемент восточного танца. То есть нам нужно проработать все группы мышц. Да, и потихоньку добавляем таз. Вот таз добавляется у нас. Вот смотрите, тут вначале плечи на месте, а потом уже включаем весь корпус. И весь корпус включаем. Улыбочки. Как день начнем, так его проведем. Поэтому обязательно начинаем с улыбки. Доброе утро, королевы! Все проснулись, все улыбнулись. Хорошо, молодцы, молодцы. Баланс держим. Держим, держим баланс. Стоим. Как ствол, врастаем корнями глубоко, глубоко. Берем энергию из земли, берем силу, берем мощь. У кого получается? Ветви наши растут, и на каждой веточке много-много новых веточек. Эти веточки плодоносящие. На каждой веточке что у нас растут? Плоды. Да, это наш плодоносящий бизнес, который меняет жизнь людей к лучшему. Получается? Можно еще вот так поделать. Да. И даже если у кого-то не получается, постепенно будет получаться в другую сторону.
Так, молодцы. Ох, встряхнулись. Встряхнулись, вот такая тряпочка. И поехали другую ножку. И раз. И стоим. Осанка. Это не руки, это крылья. Наши орлиные крылья. Мощные, сильные, крепкие. И мы врастаем в землю и берем через другую ножку силы. И у кого ножки болят, они набираются силы. Силы матушки земли. И происходит исцеление. И происходит оздоровление. Улыбочки. Принимаю, скажите, принимаю. Принимаю силу любви от матушки земли. Принимаю энергию от космоса, от вселенной. Принимаю божественную любовь. Стоим. И попробуем, у кого получается. Прорабатываем как раз тазобедренный сустав. И заодно равновесие в другую сторону. Встряхнулись. Хорошо, хорошо. Молодцы, молодцы. А сейчас мы с вами будем пить рог изобилия. Берем в руки и набираем туда энергию, здоровье, любовь. Проговаривайте все, в чем вы нуждаетесь, да? Изобилие, благословение, процветание. Пьем и смеемся. И... И живительная сила идет. Наполняемся здоровьем, силой. Наполняемся энергией. Еще. Молодцы, молодцы. А теперь мы подходим к турнику, и сейчас будем открывать денежный люк. Да, потому что наша цель – это иметь два крыла, и духовно, и материально. И поэтому мы хотим заниматься благотворительностью, мы хотим быть успешными. И приготовились, становимся на носочки, берем два пальца и тянемся вверх. Тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся, как березки. И позвоночник у нас растягивается, вытягивается. Потому что если мы этого не делаем, то мы уменьшаемся в сантиметрах. Потому что кто сидит с сутулой спиной, не следит за осанкой короля и королевы, все время с круглой спиной, с телефоном, то он уменьшается в росте, позвоночники, позвонки, они закрепляются, они вот такими потом остаются, они к этому привыкают, потому что есть такая и мышечная память, тактильная память, и косточки срастаются. А мы вытягиваем, вытягиваем, выше, 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 выше. Руки, локоточки прямые. И не так вот, а именно заведите их. И спинка у нас крепкая, попа у нас подтянута. Улыбочки, улыбаемся, тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся к новым победам, к новым вершинам, новым достижениям. Тянемся и открываем люк. И на нас посыпался снегодождь, дождепад, много-много-много денег. Отлично. Встряхнули ручки. И пошли второй раз. Да? Приготовили, встали. Вот так держим пальчики. Ножки ровные, коленки ровные. Ручки так вот завели. Кто сколько может. Стоим, стоим на носочках. Ножки крепкие. Наше тело молодое, стройное. Мы получаем исцеление. У нас обновляется работа всех органов. У нас отлично работает мозг, у нас отлично работает сердце, у нас прекрасно работает кровеносная система,
Наше тело омолаживается с каждым днем, с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой. Я становлюсь моложе, я становлюсь энергичнее, я становлюсь жизнерадостнее, я становлюсь позитивнее. Тянемся, 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 тянемся. Тянемся, тянемся. И, конечно, мне нужны финансы, потому что чем больше будет денег, тем больше я смогу сделать добрых дел для этого мира, для этой вселенной. Тянемся, тянемся, тянемся. Хватаем крышку люка. И много-много денег на нас сыпется. И доллары, и евро, и рубли. Молодцы, молодцы. Кто молодец? Скажи, я молодец. Да. И еще раз, третий заход. Пальчики. Тянемся высоко, высоко, высоко. Вот я в росте, я в потоке. Тянемся. Пресс крепкий, животик подтянут. Ножечки вместе. Все ровненько, вытянулись, как струночка. Вдыхаем аромат этого утра. Вдыхаем позитив, Божье благословение, энергию, радость, творчество. Кто лидер? Скажи, я лидер. Кто победитель-триумфатор? Я победитель-триумфатор. Потому что я живу от промоушена до промоушена. От соревнования до соревнования. От марафона до марафона. От ретрита до ретрита. Кто победитель? Я победитель. Тянемся, тянемся, тянемся. Ножки крепкие. Вырастаем. Вырастаем мощно, крепко. И в нас входит живительная сила природы. Энергия. Тянемся. И хватаем крышку люка и дергаем ее. И денежная дождь на нас сыпется со всего мира, со всех стран, валюта. Из каких стран сыпется везде, там у нас появляются и партнеры, и наши единомышленники, наши новые друзья. Аллилуйя! Классно, классно. И сейчас мы с вами потянемся вниз. Давайте немножко позвонки наши все-таки разомнем, прям вот тело просит. Ах, вот такая волна. Ах, и обратная. Вот. Мы приветствуем этот мир. Мы приветствуем все живое. Мы приветствуем нашу природу и наклоняемся, наклоняемся, наклоняемся. И нам надо будет сейчас достать ножками, ручками, да, вот так вот, да. И приготовились. И раз, два. Кто не может, вот доставайте сколько вы можете. Можете немножечко вот так вот потянуться. Вот, кто достал, попробуйте вот так коленочки подгибать. Кто может ладошками. И приготовились. Раз, два. Раз, два. Наклоняемся. Раз, два. Раз, два. Вверх растем. Сбрасываем все ненужное. Набираем все силы. Все ненужное сбрасываем. Растягиваемся. Четыре. Раз, два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Потянулись, потянулись, потянулись. Хорошо. И наша считалочка международная. Хох, хох, ха-ха-ха. Хох, хох, ха-ха-ха. Хох, хох, ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо, да. Лучший день, да.
Миру мир, миру мир. Да! Я суперзвезда, суперзвезда. Да! Супер, супер, супер джамп. Я в росте, я в потоке. Потянулись, потянулись, потянулись. И, дорогие друзья, йога смеха, она способствует развитию эмоционального интеллекта. Йога смеха способствует миру во всем мире, потому что она не знает религиозных различий. Она не знает различий политических, она не участвует в этом. Йога смеха за мир во всем мире. И не случайно именно это наше базовое, первое волшебное упражнение. Друзья, но у нас есть 8 упражнений, и я очень рекомендую вам пройти все эти 8 упражнений. Потянулись еще раз. Улыбнулись. Отлично, молодцы. И сейчас хотела с вами разучить новое такое вот классное упражнение на развитие правого и левого полушария. И называется соку-соку, бачи-бачи. Мы в следующий раз с вами это сделаем под музыку. И это запустит упражнение вашу внимательность, вашу концентрацию, вашу память, вашу энергию на весь день. Очень веселое упражнение. Приготовьтесь. Соку, ой, соку, соку, кулачки. Бачи, бачи. Соку, соку, плечи. Вира, вира. Теперь по разу. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Еще раз. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, плечи, вира, вира. По разу. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Друзья, я хочу, чтобы это вы выучили, потому что мы с вами это будем делать под музыку, которая будет постепенно обостряться. Это очень круто, вы можете разучивать это со своими детьми и внуками. Еще раз, по 2 раза. Кулачки, можете записать себе. Соку, соку, хлопки, бачи, бачи. Опять кулачки. Вира, вира, плечи. Соку, бачи, соку, бачи, вира. Кулачки запускаем, энергию, да? Хлопки, здесь у нас все точечки связаны с нашими органами. Плечи, это я молодец, вся сила в тебе, да? От плечей у нас идут руки. Руками мы делаем очень много важного, поэтому вот плечики мы наши так вот похлопываем дружески. И приготовились. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. У кого получается, поставьте сердечки. Даже если вы сбиваетесь, помните, мы смеемся над собой. И приготовились. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Еще раз. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. А? Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Ну, так без подготовки сложно, конечно, медленно. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Итак, учим, хорошо? К завтрашнему дню, завтра мы будем делать это под музыку. Хорошо? Кто молодец? Скажи, я молодец! Да! Хорошо. А сейчас у нас с вами будет сумо. И мы становимся вот так в пары. У кого есть пара дома, можете их присоединить. У кого нет, то мы это представляем. Сумо. И мы начинаем друг друга переталкивать. Толкаем, толкаем, толкаем. Еще толкаем, толкаем, толкаем. А кто помнит правила смеха? Сегодня об этом ни разу не сказала, но я думаю, что вы должны это помнить, да? Улыбка. Вдох делаем через живот. Выдох делаем длинный-длинный на смехе, да? И, конечно, стараемся громко. И так, вдох. И продолжаем. Тело в дело громче.
сейчас мы идем с вами в душ, берем смехощетку, смехопасту, выдавливаем и начинаем чистить зубы и смеяться. А давайте возьмем в левую руку. И кто правша, чистим левой рукой или и наоборот. Ой, что-то, ребята, вкус какой-то не такой у нашей зубной пасты. Смотрим тюбик, да это же крем для бритья! Водичку положим. А теперь берем душ и начинаем себя поливать. Горячая, теперь включаем холодную. Опять горячую, контрастную душ. Холодную. И на друг друга холодную. Поливаем, 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 поливаем. Хорошо, молодцы. Хо-хо-ха-ха-ха. 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 Да. Хорошо, хорошо. Да. Лучший день, лучший день. Да. Потянулись. Вдох, набираем силы, энергии, ароматы утра. А выдох, выдыхаем, все не нужно. И подходим к нашему ведерку с водичкой. И берем, набираем его, набираем. Поднимаем руки сильные. Поднимаем. И что мы говорим? Мы говорим, я желаю всем людям здоровья и счастья. Я желаю всем людям счастья и здоровья. Я желаю всем людям здравия, здоровья. И сейчас будем воевать на себя и смеяться. И... Я желаю вам здоровья и счастья, друзья. И сейчас мы с вами будем танцевать. Танцы включаем. Включай камеры, включай звук и смеемся все вместе. Ай,
Начинайте смеяться! И, дорогие друзья, взяли Серегу на обнимашку, на всю обнимашку. Покачали, покачали. И всему миру, друг другу. Отправили любовь через звук «Я», «Дох». Суперзвезда моя, привет. Не поняла, что сказала, но хорошо, приятно. И на выдохе, дышумно. Тянем, 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 тянем.